Из-за напряженной эпидобстановки в Оренбурге губернатор обязал вакцинироваться не только педагогов Орска, но и всей области. Из-за бушующего штамма Дельта непривитые учителя могут представлять опасность для учащихся. Тем более, что количество болеющих COVID-19 детей тоже растет. Эта неделя для нас по педагогам просто является критически важной, можно сказать, последней для того, чтобы максимально охватить педагогов. 6 тысяч планируется привить на этой неделе, то есть показатель будет по первому компоненту 57%. Это, конечно, далеко от того, чтобы можно было спокойно 1 сентября ввести детей на очный формат обучения. Министр здравоохранения Татьяна Савинова озвучила муниципалитеты самым низким показателем вакцинации среди педагогов. Это Шарлык, Пономаревка, Переволоцк и Орск. Педагоги для нас являются принципиальная позиция, потому что сегодня заносы в образовательные учреждения во многом связаны с заболеваемостью педагогов, и очень большие силы тратятся на противоэпидемические мероприятия и в лагерях, и в детских садах. Орск, как крупное муниципальное образование, для нас, конечно, стратегически главное, очень важный субъект. 30% сегодня только там привито, до 28% педагоги, 31%. По обновленным данным оперштаба, за сутки в регионе заболели коронавирусом еще 317 человек. В стационарах лечится 1500 пациентов. 79 из них находятся на искусственной вентиляции легких. Летальных исходов за минувшие сутки 6. Александр Кацун, Ванесса Петерс, городской телеканал ЮТВ.